Тема досрочных выборов в Армении все еще остается на повестке дня, несмотря на то, что власти Армении дали понять, что не собираются проводить досрочные парламентские выборы, которые еще недавно рассматривались как главный путь выхода из политического кризиса, возникшего после поражения страны в войне в Нагорном Карабахе. Осенью прошлого года продолжаются разговоры касательно проведения внеочередных выборов. Пока избирательный кодекс не будет изменен под новую власть, проводить досрочные парламентские выборы они не собираются, пишет газета «Шохавурд», развивая тему. Власти уже направили в Венецианскую комиссию Совета Европы проект закона о внесении изменений в избирательный кодекс. По нашим сведениям, в марте комиссия проведет заседание, на котором, по всей вероятности, будут обсуждены поправки в избирательный кодекс Армении, и европейская структура представит свою позицию. Власти намерены обсудить и принять угодный себе избирательный кодекс до конца весенней парламентской сессии, поэтому и торопятся. Власти в первую очередь стремятся избавиться от формулировки «стабильное большинство», которая была введена прежним руководством страны во время конституционных изменений, отмечает издание.